Перед началом эстафеты Олимпийского огня на Театральной площади состоялся праздничный концерт. Перед сотнями горожан выступал Рязанский народный хор. В это время факелоносцы, которым предстояло нести огонь на первых этапах, проходили последний инструктаж. Я, наверное, сейчас самый эмоциональный, самый радостный участник этого мероприятия, потому что эмоции меня очень переполняют. Я очень волнуюсь. Но волнение очень радостное, очень счастливое. Ну, пока вообще все нормально вроде бы. Все, ничего, погода хорошая, настроение тоже отличное. Так что все пока в порядке. Чувствуешь, что ты приобщен к тому большому и светлому, чем являются Олимпийские игры. И, в общем-то, Олимпийские игры – это всегда как бы люди вместе. А это самое главное. Горожане встречали овациями кортеж эстафеты Олимпийского огня. С приветственным словом со сцены выступил исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артемов. 130 этапов, 130 факелоносцев, из которых 25 будут наши земляки. Рязанцы – чемпионы Европы, чемпионы мира, заслуженные тренеры, призеры Олимпийских игр и почетные граждане города Рязани. Для рязанцев сегодня будут торжественные мероприятия на площади Победы, на Соборной площади, где будет зажжена чаша Олимпийского огня. Рязанцы, давайте встретим эстафету Олимпийского огня достойно и пожелаем нашим спортсменам на Олимпиаде в Сочи выступить успешно и представить нашу страну достойно. Факел от лампады зажег заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Кирилл Сусунов. И эстафета Олимпийского огня по Рязани началась. Нашего города.